В Кольском районе задержали насильника. В дежурную часть обратилась женщина и заявила о том, что в отношении ее 7-летней дочери совершены насильственные действия сексуального характера. Долго искать преступника не пришлось. Им оказался мужчина, который уже месяц жил в одной квартире с семьей пострадавшего ребенка. Также полицейские выяснили, что он неоднократно насиловал девочку, пока ее родители спали. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мурманской области.